«Узнай свой статус». Накануне выездные медицинские бригады работали в Тирасполе, Рыбнице и Григориополе. Любой желающий мог бесплатно сдать экспресс-тест на ВИЧ, сифилис, гепатиты С и Б. Акция «Тестируйся на ВИЧ» традиционно проходит в мае. В этом году стартовала 13-го. Тирасполь, Екатерининский парк, работает выездная амбулатория. Всего капля крови 10 минут и есть результат. Тестируют на ВИЧ, сифилис, гепатит С и Б. Мы стараемся делать такие масштабные мероприятия для того, чтобы люди переставали ассоциировать ВИЧ и СПИД вот с какими-то ужасными картинками, которые остались нам в наследие с советских времен. В настоящий момент мы все понимаем, что в республике есть все условия, все возможности для того, чтобы человек мог легко и свободно узнать свой статус, если он положительный, получать бесплатное лечение. Для тех, кто боится уколов, метод с скарификатором абсолютно бесполезный. Определить ВИЧ-инфекцию по внешним признакам и симптомам нельзя. Человек может не знать о своем заболевании и заражать других. Проходить обследование нужно раз в полгода. Чаще болеют люди молодого и среднего возраста. Нужно проходить это обследование, потому что свое здоровье – это важно. Мы молодые, и нам нужно больше беречься, потому что у нас как раз вся жизнь впереди. В наше время любой может заразиться, вне зависимости от статуса, социального положения, семейного положения и возраста. Поэтому, считаю, каждый гражданин должен знать свой статус, ВИЧ, гепатит. Я случайно увидела и решилась. Подошла, прочитала, думаю, попробую, сдам, проверю себя. С 13 мая в выездных лабораториях уже протестировались более 500 приднестровцев. Медики побывали в Дубоссарах, Первомайске, Слободе и Рыбнице Григориополе. В Днестровске будут послезавтра, 24 мая, в 2 часа. В центре города дня ждут всех желающих. В Каменке можно будет сдать экспресс-тест в 10 утра.